Для этого они привезли в Сочи парк несколько тонн аппаратуры, вращающуюся сцену и собственный оркестр. В программе уникального проекта самые популярные у зрителей номера. На сцене впервые на гастролях полный звездный состав исполнителей. В перерывах между выступлениями народные любимцы раздают автографы и уже опробовали аттракционы. В Сочи парке артисты шоу «Уральские пельмени. Лучшее навсегда» дадут 12 представлений. Заключительное пройдет 14 июля.